На перекрестке в центре города размер новой разметки впечатляет. На этом участке пересматривают схему движения транспортного и пешеходного потоков. И Губкина, и Нефтяников четырехполосные в этом перекрестке. И образовываются затруднения при передвижении транспорта. Транспорт, движущийся и по Губкина, и по Нефтяников, при повороте налево большой поток машин пропускает. Плюс, когда при повороте большой пешеходный поток. И в связи с этим образуются пробки для нашего города. Это не хотим, чтобы это стало нормой. И именно по этой причине мы решили перепрограммировать, пересмотреть работу данного перекрестка. В ближайшее время завершатся работы по нанесению разметки и будут убраны заграждения. Также требуется некоторое время для наладки работы светофоров.